Господа и дамы, а я вам тут принес интересную штуку. Внезапно даже для себя весьма интересную. Я был немножко поражен тому, собственно говоря, что у нас получилось. Вы-то как бы прочли уже название, да, что у нас получилось. Долго смысла тянуть нету. Это у нас какао. Это у нас какао. Школьная какао у нас получилось. Что, собственно говоря, нам для этого нужно? Хотя давайте, наверное, лучше сперва с того, как мне пришла в голову эта идея. Скорее всего, либо уже вышел, либо выйдет обзор на Kraken. И есть такая штука, что почему-то оригинал от Kraken, то есть база, на которой делается Kraken, она очень сильно пахнет из баночки именно какао. Я такой подумал, курица-то она, конечно, так сильно ярко не будет вот именно в оттенок какао, да? Правильно? Правильно. Поэтому я так подумал, прикинул, что мы с этим делом можем сделать, и придумал. Вот, собственно говоря, забивочка. Нам нужно на днище Kraken Original примерно 30% забросить для того, чтобы он просто у нас не подвергался прям самому первому жару, потому что это прямоточка, а Kraken на прямоточке это атас. Лучше бить Kraken на фаннелах, но если он вам нужен в миксе, как мне, то можно, в принципе, и вот так. Затем мы просто добавляем туда 40% тирамису от, собственно говоря, крауна сапфира и 30% орео бенгера. Накрываем все это дело, ставим под колпак, колодочка, три угля. Вот. И что мы получаем? Моментами эта штука, знаете, что напоминает? Иногда вот типа вскользь может проскочить. За счет легкой сухости, которую дает Kraken, он немножко ссушивает за счет того, что он покрепче всех остальных. И это без аромка. У вас создается впечатление, кто-нибудь когда-нибудь какао-порошок ел ложками. Вот, во-первых, вот это первое приходит, а второе, что приходит как флешбэк, это то самое какао из школьной столовой. Я не знаю как, но это прям нереально вкусно. Забивку вы видели, вы можете, в принципе, все это дело повторить самостоятельно. Сложного на самом деле ничего нет. И вот здесь, по-моему, Kraken стоит за 30 грамм что-то порядка 300 рублей. Если мы берем бенгер и тирамису от крауна, ну это приблизительно там до 250 рублей вы сможете откопать себе 25 грамм. То есть суммарно мы получаем 800-900 рублей за вот такой вот прикольный микс. Стоит ли оно пробовать того или нет? Как вы знаете, даже если микс у меня получится говно, я скажу, что это говно. А вот это очень вкусно и хорошо. Ну и на это, наверное, у меня все. Вот, спасибо нашим партнерам, есть промокод на скидку Ваня Забей, 10% на сайте Японахука, Концептик Дизайн. Спасибо всем нашим табачным, бестабачным партнерам за то, что мы можем покурить всякое разное, вкусное, прекрасное и классное. Вот, ну и тебе огромное спасибо, и как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся традиции, мы с тобой увидимся где? Правильно, в следующем видосе.